Вот так вот в Твери местные жители сами ремонтируют дорогу. Это поворот на улице Светлой, 42. Здесь давным-давно уже ничего никто не делает. То вот в центре там, да, все делают. Там, где видно, там, где ездит. А здесь нафиг никому не нужно. А здесь автобусы ходят, между прочим. 6, 12, 222 маршрут. И такая фигня по всей улице Светлой, по улице Карбышевой. Вот туда, вплоть до Чермета. Все разбито. Приходится выезжать на встречную полосу из-за того, что по центру дороги гигантские ямы. Сейчас я проеду, в принципе, на автобусе, постараюсь снять, если получится.